Хорошо все прошло, как и должно было пройти. Чувствую себя нормально. Сейчас в стране идет война. И, к сожалению, есть много пострадавших, раненых. И в медицинской сфере на пиках не хватает изделий из крови. Поэтому это сейчас так актуально. Это самое малое, что мы можем сделать для общего дела. Если это поможет кому-то сделать лучше, спасти жизнь, то, конечно, это нужно сделать. Бояться нечего, то есть тут работают профессионалы, то есть это не больно. То есть маленький укольчик в палец, маленький укольчик в венку. То есть ты его даже не чувствуешь, а, как сказать, на душе намного приятнее от того, что ты вот понимаешь, что ты сделал доброе дело. Одруксу 10 лет. 10 лет мы сотрудничаем с Одесской областной станцией переливания крови. Без них вообще никак, потому что это наш одесский монстр по изготовлению препаратов крови. Сегодня совместно с ними мы приняли решение сделать такое дело. Крови нужно очень много. К огромному сожалению, много очень раненых. Эти осколочные ранения, они сопровождаются большими кровопотерями, поэтому, конечно, препараты крови, они играют важнейшую роль в том, чтобы нашим ребятам выживали и не было все в порядке. Поэтому, конечно, призываю всех, сдавайте кровь, это здорово. У нас есть группа товарищей, с которыми мы постоянно ходим сдавать кровь. Просто сейчас так сложилась ситуация, что все в разных местах, и сегодня получилось только у меня приехать сдать кровь. Товарищ с офиса, мой коллега, и мы как-то вот рассказали, мы начали вдвоем ходить, рассказали, что мы ходим сдавать кровь, и потом друг другу, там, друг своему другу, ну, в общем, у нас там человек 10 собралось. Из одного компонента крови мы делаем два. Эритроцитарную массу и плазму от одной сдачи донора. Сдача проходит абсолютно спокойно. Мы проверяем по картотекам сначала доноров, чтобы посмотреть, негде инфекционных заболеваний в основном. Потом определяем группу крови и гемоглобин. Смотрим параметры давления, пульс, рост, вес для того, чтобы знать, сможет человек сдать или нет. Вены проверяем, а потом идет самосдача. Самосдача занимает времени от 5 до 10 минут максимум. Сдача 450 мл. Кровь можно сдавать раз в 2 месяца, поэтому мы вас ждем всем.